Всем привет! Давайте приступим к тесту. У нас имеется iPhone SE 2020 года, и у нас есть программа Benchmark, так называемая, это Antutu версии 8.1.0. Давайте запустим тест, посмотрим, сколько получит наш смартфон очков, баллов, и сравним их в дальнейшем с баллами, те, которые набрали другие модели iPhone. В нашем случае эта модель имеет 64 гигабайта, 3 гигабайта оперативы. Да? Давайте приступим к тесту.
Как видите, тест закончился, и наш iPhone SE 2 набрал 464 тысячи баллов. Это, поверьте мне, очень много на сегодняшний день. Да, давайте мы с вами сравним с другими айфонами, какое он место займет. Ну вот он как раз занял место между айфоном SE, между айфоном XS Max и айфоном 11. Да, то есть iPad мы не учитываем. То есть это достаточно быстро, и на ближайшее время у вас не будет проблем с плавностью работы интерфейса либо производительности в играх. Ну, давайте на этом тест закончим. Если какие-то вопросы у вас будут, можете под видео их задавать, по мере возможности я буду на них отвечать. Если кому-то данное видео было полезным, ставьте лайки. Всем всего доброго.